Всем добрый день. Здравствуйте. Связь есть. Ну вот, мы дошли до последнего дня. Ну, правда, нам еще предстоит по 2-3 занятия в группах провести. Провести контрольную работу и экзамен. Но конец близок. Вот. Сегодня мы... Давайте я открою файл. Так. В прошлый раз мы больше говорили о внешних эффектах. Сегодня об общественных благах. Вот. Ну, причем больше внимания уделим тому вопросу, который меньше освещен, меньше представлен, а то и вовсе не представлен в учебнике Берриана. Значит, что касается там стандартных вопросов, там все в учебнике Берриана есть. Нет только, пожалуй, одного вопроса. Это ценообразование по Линделю. Ценообразование Линделя на общественное благо. Все остальное в учебнике есть. Вот. Ну, наверное, мы этому больше тогда уделим внимание. Вот. Нам хорошо знакомы определения общественных благ. Вот. С общественными благами мы связываем рыночные провалы. Вот. Market failures, рыночные провалы, мы связываем, как правило, с двумя вещами. Это внешние эффекты, это общественное благо. Ну, считается, что рынок, рыночная система не в состоянии обеспечить эффективное производство общественных благ. Вот. Это то, что вам хорошо известно. Вот. Мы сейчас очень кратко о некоторых характеристиках общественных благ поговорим, пробежимся точнее. Вот. Значит, к характеристикам общественных благ обычно относят две ключевые характеристики. Это неприсвояемость, так? Вот, которая состоит в том, что общественное благо доступно для всех потребителей, и никто не может быть исключен из процесса потребления общественного блага, раз уж оно произведено, так, раз оно имеется, так сказать, в наличии, то никто, ни один из потребителей не может быть исключен из потребления. Значит, неприсвояемость. Вторая характеристика – это неконкурентность общественного блага. Вот. Это свойство, эта характеристика состоит в том, что само по себе то, что благо потребляется каким-то одним индивидом, совсем не означает того, что другие индивиды могут быть этого как-то лишены. Вот. Значит, мы некоторые примеры давайте рассмотрим в виде вот этой таблицы или матрицы. Значит, две ключевые характеристики, да? Неприсвояемость и неконкурентоспособность,
Но оказывается, что возможны различные сочетания этих характеристик. Так? И тогда получается, что в чистом виде, так сказать, чистыми общественными благами могут считаться такие блага, как национальная оборона, воздух и тому подобное. Так. А вот, скажем, там инфраструктура, которой мы все пользуемся, мосты, допустим, да, дороги, вот, уже не являются в чистом виде общественными благами. Так? Или характеристики общественных благ здесь присутствуют в каком-то ограниченном виде. Есть такая категория так называемых клубных благ. Ну, в качестве примеров клубных благ здесь указаны, скажем, плавательный бассейн, там, теннисный клуб. Вот. Почему это? Эти примеры являются примерами общественных благ, не совсем, так сказать, чистых. Ну, давайте начнем с мостов. С мостов или с дорог. Что здесь не так? В смысле, имеется в виду, что компании могут конкурировать за государственные подряды на строительство инфраструктуры? Нет? Давайте полагать, что это все присутствует же. Это уже создано. Это уже построено. Это уже имеется. Мосты имеются, построены. Дороги проложены. Кабельное телевидение функционирует. Что здесь не так? Что здесь нечисто, так сказать, с общественным благом? Все это еще нужно поддерживать. Поддерживать, так. А какая характеристика общественного блага здесь как бы слабо представлена? Ну, вот судя по этой матрице, да, эксклюзивность, так сказать, присвояемость имеет место быть здесь. Ну, я могу предположить, что поскольку они называются клубными благами, чтобы ими воспользоваться, надо как бы пройти вот этот порог входа в клуб. Так. Надо, например, ну, чтобы пользоваться тем же мостом, надо иметь свою машину, то есть это цена за вход в клуб, и поэтому они не могут быть общественными, то есть недоступны для всех особо. Да, вы абсолютно правы, да, вот, абсолютно правы. В житейском смысле, там, скажем, плавательный бассейн, да, вот человек, владелец абонемента, пришел в бассейн, так? Он может свысока посматривать на тех, кто остался за улицей, за дверями бассейна, да? Посматривать свысока. В каком плане? Я заплатил за это, так? И вместе с остальными членами клуба, купившими абонемент, да, я пользуюсь всеми благами. Всем этим благом под названием плавательный бассейн. А что касается дорог и мостов, да, примерно то же самое. Хотя там формально люди, которые проезжают по федеральным дорогам, да, проезжают через мосты, не платят за это. Так, я исключаю там платные дороги. Да? Вот. А кто исключен? Те, кто не имеет автомобиля, те, кто не имеет возможности пользоваться дорогами и мостами. Вот. Хорошо, давайте в другом углу, в другой ячейке. Что там насчет рыболовства? Что там насчет рыболовства? Охоты? Хайвеев?
Ну, хайвей тогда в этом контексте это дороги платные. Да? В каком смысле рыбалка, рыбная ловля, вот, может характеризоваться общественным благом, но не чистым? Что здесь не так? Что здесь нечисто? В смысле, что есть конкурентность? Да. Скажем, придя на свое излюбленное место рыбалки, вы обнаруживаете, что кто-то, какая-то сволочь, раньше вас пришла на это место, и все. Так? Прогнать вы его не можете. Вот, ну, что делать? Пристроиться рядом? Да тоже не очень хорошо. Вот. И вам некомфортно, и тому, кто пришел раньше, некомфортно. Вот. Ну и так далее. Значит, на самом деле вариаций на тему общественных благ достаточно много. Вот. Таких вариаций, где вот эти ключевые характеристики, ключевые свойства общественных благ присутствует, но в разном, так сказать, масштабе, что ли. Те примеры, которые сегодня мы будем использовать, в основном они будут относиться к категории совсем нечистых общественных благ. Ну, типа, скажем, классическая дилемма соседей. Вот, roommates, соседей по комнате в общежитии, допустим, да? В общежитии или в арендуемой квартире. Вот. Это классическая дилемма. Дилемма соседей, которые делят совместную жилую площадь. Временно, на арендованных площадях. Ну, это уже нюансы. Да? Вот. Такой вот пример. И оказываясь в таких условиях, они принимают решение о, там, скажем, приобретении дивана в гостиную, которую они делят между собой. У них есть отдельные комнаты. Да? В которых у них все, что там есть, это все свое частное, личное. А вот есть общие помещения, типа гостиной, в которой нужно поставить диван, вот, в которой нужно, допустим, телевизор поставить, ну, что-то еще. Вот это уже может быть примером. Вот решение или принятие решения по приобретению телевизора, покупки телевизора или общей мебели, так, мягкой мебели, вот это уже пример общественного блага. Так. Мы вполне можем, и это сегодня и будем делать. Да. В таком очень узком примере, на таком очень узком примере рассматривать проблематику общественных благ. Когда два индивида вот, имеет место. Ну, в меньшей степени мы будем ссылаться на то, что общественное благо, вообще-то говоря, представляет собой частный случай внешних эффектов. Ну, как правило, положительных внешних эффектов. Ну, при необходимости, может быть, по ходу дела и обратим внимание на это. Так вот, возвращаясь в целом к проблематике общественных благ. Мы говорим, что один из ключевых провалов рынка связан с этим феноменом общественных благ. Рыночные системы, рыночные экономики
по природе своей не в состоянии обеспечить производство общественных благ. Так? Ну, если она таковое имеет место, то как минимум речь пойдет о недопроизводстве общественных благ. Почему это происходит? Ну, есть разные объяснения. Ну, скажем, одно из них связано с тем, что не решена проблема прав собственности. Вот. Ну и поэтому, когда люди, которые не платят за общественное благо, не могут быть исключены из процесса потребления общественного блага, то что делать провайдеру? Что делать тому, что делать той фирме, тому предприятию, которое обеспечивает предоставление общественных благ? Да? Вот. С другой стороны, эта проблема часто в литературе обозначается как проблема фрирайдерства. Ну, давайте по-русски здесь выразимся. По-русски эта проблема, ну, наверное, так может быть названа. Это проблема безбилетника. Это проблема зайца. Это проблема халявщика. Я не знаю, в современной молодежной среде такое обозначение используется. Индивиды, которые не хотят платить за общее благо. Отлынивает или уклоняется от внесения своей доли в предоставлении какого-то общего блага. Значит, я просто из чисто праздного любопытства этим интересуюсь. Используется ли вами такое обозначение? Наверное, самое близкое – это халявщик. Понятно. Значит, тогда мы будем использовать это обозначение. Халявщик. Халявщик. Кто это такие, как они выглядят, мы знаем. Да? Вот. Ну и чего греха таить. При каком-то удобном случае мы сами себе можем позволить себе, допускаем, вернее, такое поведение, поведение халявщика. Ну, так бывает, когда сопутствующие условия как бы провоцируют такое поведение. Ну, ладно, да. Значит, мы не будем приводить сегодня примеров, связанных с чисто общественными благами. Все примеры у нас будут, ну, такие простые и примитивные. Нам важно на этих простых, примитивных примерах какие-то ключевые идеи, принципы сформулировать. Начнем вот с такого простого вопроса. Значит, заглянув в учебник Вариана, ну, вы сможете примерно такую же логику и последовательность обнаружить, да? Вот. Так вот, все это воспроизводить мы не будем. Да? Какие-то просто мы опустим. А на вопросе о ценообразовании мы остановимся более подробно. Потому что, ну, я полагаю, что вопрос о ценообразовании на общественное благо все-таки достаточно важный вопрос. И мне трудно понять, почему он в учебнике Вариана как-то опущен или не выделен. Там, ну, между делом речь идет, заходит о том, что представляет собой цены на общественные блага. Но отдельного раздела нет, отдельного параграфа нет. Вот.
А вот такие вопросы, да, рассмотрены достаточно подробно. Ну и все-таки давайте мы бегло тоже. Значит, рассмотрим вопрос об эффективном производстве общественного блага, об эффективном предоставлении общественного блага. Мы покажем это на графике по горизонтальной оси. Количество общественного блага по вертикальной, цена, ну и другие переменные, измеряемые в деньгах. Вначале покажем кривую спроса. Кривую спроса индивида, некоего индивида, индивида один, на общественное благо. Вот. Что в основе этой кривой может быть? Ну, как видим, эта кривая имеет наклон минус единица. Скажем, эта кривая может иметь вид, если обратная кривая спроса, то P равно 100 минус, 100 минус G. Где G — это будет good, public good. Вот. Ну, примерно так. Так вот, я спрашиваю, что в основе? На основе чего может быть построена такая кривая спроса? Вот, что может показывать точка на кривой спроса? Это кривая спроса конкретного индивида на public good? Или... Да, да. Именно конкретного индивида, индивида один на public good. Ну, наверное, его полезность, ее функция полезности. Mm-hmm. Да, ну, все это присутствует, все это здесь представлено, так? И точка на кривой спроса, так произвольно нами взятая точка на кривой спроса, может показывать нам, ну, если опираться на те модели потребительского выбора, которые мы в течение всех предыдущих модулей использовали, то эта точка может показывать предельную готовность заплатить. Да? Или по-другому показывает ту максимальную цену, которую индивид готов заплатить за данное количество блага. Да? В этом контексте, в принципе, можно также такую же интерпретацию использовать, а можно так. Эта кривая спроса показывает предельную выгоду индивида от потребления общественного блага в данном количестве. Marginal benefit. Что, в общем-то, не противоречит тем интерпретациям, которые мы до этого использовали в отношении кривой спроса индивида. Значит, я подчеркиваю, здесь речь идет о кривой спроса на public good, на общественное благо. Второй индивид. Кривая спроса выглядит иначе. Так. Она выше расположена. Ну, наклон может быть примерно такой же, но она выше. Вот. О чем это может говорить? О чем это может говорить? Ну, во-первых, о том, что этот индивид извлекает, очевидно, из того же количества большую выгоду. Его marginal benefit явно больше, для одного и того же количества больше, чем для первого индивида. Цена, которую он готов заплатить, точно выше. Так. Предельная полезность общественного блага для него выше, чем для предыдущего товарища. Хорошо? Хорошо. Так, так, так. Теперь, значит, вопрос стоит так. Мы хотим выяснить, сколько общественного блага должно быть произведено. Каким должно быть равновесное количество этого общественного блага.
Ну, по всей видимости, надо будет тут добавить информацию о предельных издержках, издержках производства этого самого общественного блага. Мы это сделаем чуть позже. Так. Так, чего нам еще здесь не хватает? Что бы нам здесь понадобилось? Что мы могли бы сделать вот с этими кривыми спроса? Сделать для чего? Для того, чтобы понять, каким должно быть количество общественного блага. Нам еще нужно предложение общественного блага? Или его нет? Оно у нас будет представлено в виде кривой предельных издержек. Мы это сделаем чуть позже. Вот кроме этого, вот что бы вы сделали с этими двумя кривыми, D1, D2? Их в одну? Суммировать. Вот. И тем самым получить представление о спросе со стороны общества. Общество состоит из этих двух индивидов. Привычный подход, которого мы придерживались до этого, состоял в горизонтальном суммировании величин спроса. Ну, логика была примерно такая. По каждой цене мы суммировали величины спроса индивидов. Да? И в результате суммарная кривая спроса, кривая рыночного спроса у нас получалась горизонтальной суммой вот этих кривых. Если придерживаться такой логики, тогда так, наверное, надо будет спросить. Это что же получается? Значит, речь идет об одном общественном благе. И если в обществе у нас N индивидов, что? Надо N единиц общественного блага предоставить. Вот. Ну, или о чем-то подобном вести речь. Значит, что-то здесь не то. Что-то здесь не то вот с этой идеей, привычной идеей горизонтального суммирования индивидуальных кривых спроса. Значит, здесь, другими словами, должна сработать другая идея. Суммирование, да, мы произведем, но это будет суммирование по вертикали. В терминах нашего графика, где по горизонтальной оси количество общественного блага, по вертикальной цены и прочие переменные, измеряемые в деньгах, это будет выглядеть примерно так. Вот мы суммировали. Ну, понятно, что индивид один, первый индивид, предъявляет спрос на общественное благо в скромных количествах. Количествах свыше 10 спрос предъявляет только второй индивид. Ну и поэтому вот суммирование по горизонтали вот такое. Это получается ломаная кривая, вот такая. Значит, в разных учебниках эта кривая получает название кривой marginal social benefit. Если D1, D2 в основе представляет собой вот эти marginal benefit отдельных индивидов, да, потребляющих, предъявляющих спрос на общественное благо, то MSB, да, представляет собой сумму этих кривых marginal benefit, marginal social benefit получается. Так, хорошо. Ну и теперь ответим на вопрос, каким будет количество
общественного блага. It depends. It depends on. It depends on what. Ну, догадываемся, да? Что это, в частности, может зависеть от издержек, связанных с производством общественного блага. Ну, предположим, что издержки таковы. Да? Вот. Или издержки могут быть таковыми. Ну, понятно, в последнем случае, когда эти издержки равны предельной издержке 400, да, то ясно, что они настолько велики, что об эффективном предоставлении общественного блага здесь речи не идет. А что вот с другими вариантами? С другими вариантами такая картина получается. Скажем, когда издержки у нас будут равны 240, да, то эффективное количество общественного блага, предоставляемого обществу, индивидам, всем, будет 30. Ну и так далее. Значит, это достаточно простая идея. Вот. Хотя, ну, скажем так, житейски она, по-житейски, интуитивно, но все равно она воспринимается как-то не очень, скажем, не столь очевидно, так скажем. Вот. Все-таки большую часть времени, да практически все время мы потратили на проблематику private economy, да, private goods, частных благ, где его производством занимаются частные фирмы, а его потреблением занимаются отдельные рациональные индивиды. Здесь нам постепенно придется привыкать к тому, что речь идет не о частном, привычном нам благе, да, а о коллективном или общественном благе. Ну, возможно, вот к этой схеме мы еще вернемся. Дальше я хотел бы вот этот момент опустить, а перейти вот к чему. Мы говорили, да, о количестве общественного блага, о том, какое количество блага, предоставляемое обществу, состоящему из индивидов, является эффективным. Мы вернемся к этой тематике и рассмотрим на примере дилеммы сожителей, соседей, которые делят общую жилую площадь в арендуемой квартире, в общежитии, ну или где-то еще. Вот. Ну, студентам, наверное, ближе тема сожительства, совместного проживания в общежитии. Так вот, я тут не мудрствую лукаво, использую пример, который имеется в учебнике Бриана. Итак, эти два roommates, А и Б, обсуждают вопрос о том, сколько денег потратить на приобретение телевизора. Пример, конечно, устарел, прямо скажем. Вот. Никому сегодня в голову студентов не приходит такая мысль о том, что неплохо бы купить телевизор и долгие вечера в общежитии проводить за просмотром телевизионных передач.
Ничего этого, говорят, нету сейчас. Вот. Современная молодежь этого не делает. Ну и, соответственно, тратить деньги на телевизор какой-то. Фу. А что смотреть по этому телевизору? Не знаю. Вот. Сериалы не смотрят, боевики не смотрят. Не знаю, зачем им телевизор. А вот когда-то это было актуально. Когда-то было это актуально. Значит, попрошу попробовать представить себе вот все-таки эту ситуацию. Итак, общежитие, комната. В этой комнате живет несколько молодых людей. Там, 2, 3, 4. Вот. Это не сейчас происходит, а 20 лет тому назад. 20, 30, 40 лет тому назад. И, ну и вот попробуйте представить себе, что кто-то один из них купил себе телевизор. И что вы думаете? Он будет его смотреть один? Он сможет его смотреть один? Ну, видимо, так не получится. Так? А если телевизор будет находиться в комнате, то смотреть его будут все. Вот. Хотя другие как бы не платили денег за телевизор. И с какой стати они будут смотреть его? Это так, с одной стороны. А с другой стороны, а как тот, кто купил телевизор, как он сможет запретить? Пацаны, отвернитесь или не смотрите сюда. Нет, тоже так не получится. Ну, ладно. Ну, мы считаем, что здесь все-таки два сожителя. Я не знаю, корректно называть их так. Этих молодых людей, которые вместе проживают в одной комнате в общежитии, ну, или в квартире арендованной. Как их лучше назвать? Этих roommates. Соседи. Соседи. Так, наверное, лучше. Хорошо. Соседи. Соседи. Ну, имеем в виду, что у этих соседей есть кое-что общее. Есть общая жилплощадь, которую они арендуют, и там они коротают время и тому подобное. Вот. А в общежитии, в комнате в общежитии, так они вообще просто на этой общей площади живут, и все у них общее. Так вот, значит, ну, здесь непосредственно в модели речь больше идет о телевизоре там, с какими-то характеристиками, и там, чем больше денег они потратят на телевизор, тем более качественным он будет, там, ну, в смысле размера экрана, там еще чего-то. Так вот, C&G – это издержки производства, связанные, или когда речь идет о Г-единицах публичного общественного блага. Буквой Г большой будем обозначать общественное благо. Вот. Маленькими буквами XXA, XB мы будем обозначать объемы потребления, объемы спроса, допустим, частного блага. Итак, в нашей модели два блага. Одно частное какое-то и общественное благо. В данной дилемме таковым общественным благом должно стать телевизор. Должен стать телевизор. Вот. Значит, что касается частного блага, приватного блага, то, ну, может быть, кому-то удобнее в качестве частного блага представить себе все другие блага. В качестве частного блага рассматривать просто композитное благо, представляющее собой все другие блага. Да? А еще проще, может быть, кому-то представить просто те деньги, которые индивид А или Б тратит на все остальное, за что надо платить. Понимаете? Так, хорошо.
Хорошо. А, так вот, бюджетное множество или бюджетное ограничение здесь определяется достаточно просто. В левой части этого уравнения расходы индивидов на частное благо X и их вклад в приобретение общественного блага. С правой стороны, в правой стороне это то, чем располагают индивиды. Ну, скажем, тот доход, которым располагают индивиды. Так, хорошо. Предельные нормы замещения индивидов А и Б. Так, это предельные нормы замещения между частным и общественным благами. А условием паретоэффективности в этом вопросе, в вопросе предоставления общественного блага, является равенство сумм предельных норм замещения индивидов А и Б и предельных издержек. Ну, возникнет, конечно, вопрос, откуда взялось это равенство, это условие, условие паретоэффективности. Ну, вообще говоря, тут все достаточно просто. В учебнике Вериана стандартная оптимизационная модель приведена. То есть мы можем сформулировать целевую функцию. Здесь у нас будут две целевых функции. Целевая функция индивида А, целевая функция индивида Б. В обоих случаях это функции полезности. Функции полезности от двух благ. Одного частного и одного общественного блага. Значит, это две целевые функции и бюджетные ограничения. Все. Вот. Этого, в принципе, достаточно. Дальше можно составить функцию Лагранжа, ну, составить для индивида А, и решить для А оптимизационную задачу аналогичным образом, составить функцию Лагранжа для индивида Б, решить оптимизационную задачу. После всего этого мы получим, ну, естественно, произведя какие-то простенькие преобразования, мы получим вот это условие. Условие паретоэффективности для предоставления общественного блага. Сумма предельных норм замещения по модулю индивидов А и Б равна предельным издержкам предоставления общественного блага. Вот. Ну, давайте мы сейчас не будем пояснять вот разные ситуации, да? А перейдем к следующему вопросу. Значит, еще раз. В учебнике Вериана вы найдете достаточно подробное описание вопроса и, соответственно, решение вопроса об условиях предоставления общественного блага, об эффективном количестве или объеме общественного блага. Но, к сожалению, я повторяю, там в учебнике не будет выделенного раздела или параграфа, посвященного ценообразованию на общественный благ. Есть несколько идей в литературе. Одна из идей ценообразования, да, одна из концепций ценообразования на общественные блага связана с именем шведского экономиста, который, ну, жил в основном и писал в первой половине 20 века, Эрика Линделя. Ну, справедливости ради надо сказать, что на эту тему также писал еще один шведский экономист предшествующего поколения. Ну, он больше писал в конце 19-го, начале 20 века. Это Кнут Виксель.
Ну, если я уж завел разговор о шведских экономистах, значит, Эрик Линдель, Кнут Виксель, ну, наверное, стоит упомянуть еще такого шведского экономиста, как Гуннар Нордаль. То есть я упомянул наиболее три известные шведские фамилии, которые, имена которых, фамилии которых закрепились в экономической науке. Так вот, в чем заслуга Линделя, а также Кнута Викселя? Ну, давайте дальше я буду говорить просто Линдель, имея в виду, что какие-то свои идеи Линдель, в свою очередь, почерпнул у Викселя. Так вот, заслуга Линделя в том, что он предложил способ, так, размещения ресурсов в экономике, в которой производится, распределяется, потребляется чистое общественное благо. Значит, у решения, которое предложил Линдель, у равновесного распределения, которое предложил Линдель для экономики с общественным благом, вот для этого распределения очень хорошо напрашиваются разного рода параллели с равновесным распределением, с вальрасовским равновесным распределением в модели общего равновесия, где только частные блага. Помните, там как формулировалось условие Парето эффективности, ну, скажем, в модели экономики чистого обмена, где речь идет о двух индивидах, между которыми распределяются два блага. Так вот, условием Парето эффективности, который мы, кстати говоря, использовали для построения контрактной кривой в ящике Эджворта, было равенство предельных норм замещения этих самых частных благ между вот этими двумя индивидами. Да? Это условие Парето эффективности. Да? Дальше мы искали и находили и формулировали равновесное распределение. Да? Это равновесное распределение в соответствии с первой фундаментальной теоремой экономики благосостояния оказывалось паретоэффективным. Так вот, что касается равновесного распределения, которое мы определяли в модели общего равновесия с частными благами. Так вот, там получалось так, что цены этих частных благ были, естественно, одинаковы для индивидов А и Б. Да? Ну, скажем, цена какого-то блага, она, естественно, одинакова и для А, и для Б. Цена какого-то другого блага, так, в этой экономике, ну, весьма вероятно, отличающаяся от цены предыдущего блага, она также одинакова для индивидов А и Б. С этим понятно. Это как бы само собой разумеющееся. Но при этом количество благ, которые в равновесном распределении приходятся на долю индивидов А и Б, чаще всего оказывалось разным. Да? Вот. Могло быть такое, что в равновесном распределении на долю одного индивида приходилось очень небольшое количество благ, на долю другого индивида очень большое количество благ. Так вот, мы говорили, что что вы хотите, ребята? Это паретоэффективное распределение? Да, паретоэффективное.
Это равновесное распределение? Да, это равновесное, которое, в свою очередь, является паритет-эффективным. Вот. Всякого рода разговоры, на которые вы намекаете, разговоры о справедливости такого распределения, это, я сказать, не по адресу. Да? Перед нами результат, характеризующий рыночную экономику, рыночную систему. Да? Система показала свою эффективность? Показала. Разговоры о справедливости, о социальной справедливости давайте вынесем за скобки. Ну, сейчас мы об этом дискутировать не будем, а вернемся к Эрику Линделю. Значит, еще раз. Эрик Линдель изучал проблему распределения ресурсов, распределения благ в экономике с общественным благом. Вальрас изучал проблему распределения ресурсов, проблему распределения благ в экономике с частными благами. Результаты, которые получены в том и в другом случае, ну, наверное, отличаются, но параллели есть. И это параллели такие, сейчас поясним. В модели Вальраса в конечном счете в равновесном распределении у людей оказывались разные количества благ чаще всего, но цены при этом были одинаковые. Имеется в виду цены для индивидов, для людей, для потребителей. В модели Линделя обратное мы будем наблюдать. А что значит обратное? Цены будут разные. А вот количество блага, объем потребления общественного блага будет одинаковым для всех индивидов. То есть параллель, да, но характеристики, параметры тут разные, равновесие. И мы сейчас покажем. Мы должны будем показать, в каком смысле цены на общественное благо для разных индивидов будут различаться, при том, что объем потребления будет одинаков. Хорошо. Для упрощения предположим, что эти два потребителя, А и Б, имеют квазилинейные предпочтения, представимые функциями полезности вот такого вида. Вот. Где X – это у нас частное благо, так? А G большое – это общественное благо. Так вот, при такой формулировке функции полезности, да, представляющей квазилинейные предпочтения индивидов А и Б в отношении частного X и общественного G большое благо. Так вот, здесь получается, что предельная полезность частного блага X и для А, и для Б будет равна единице. Ну, если мы возьмем производную функцию полезности А по X, то мы получим единицу. Производную функции полезности для B по X возьмем, получим единицу. Итак, предельной полезности частных благ, частного блага и для А, и для B она равна единице. Тогда предельная норма замещения между частным и общественным благом, представляющая собой соотношение предельных полезностей
общественного и частного блага. Так вот, МРС будет равна просто чему? Предельному значению общественного блага. Да. И, ну и, соответственно, будет зависеть только от G, от количества частного блага. Да? Вот из этого мы дальше будем исходить. Ну и получится так, что в одинаковом смысле мы будем употреблять, там, скажем, два термина. Это МРС. В нашем случае, вот где предпочтения таким образом представлены, МРС у нас будет равна предельной полезности, которая, вообще говоря, равна соотношению предельных полезностей. Но поскольку предельная полезность частного блага – это единицы, то остается предельная полезность общественного блага. Вот. Значит, МРС и предельная полезность общественного блага, или еще одно обозначение, которое используется в разных учебниках – marginal benefit – предельная выгода от потребления общественного блага. Ну вот, на слайде как раз это в первом абзаце показано, да? Вот. Значит, еще раз, это сделано для упрощения нашего анализа. Следующее допущение – это допущение о том, что предельные издержки предоставления дополнительной единицы общественного блага у нас величина постоянная и равна C. То есть C у нас просто предельные издержки производства, предельные издержки предоставления общественного блага. Так. Хорошо. Ну и последнее из допущений. Значит, вопрос как стоит? Производством общественного блага занимается государство. А государство финансирует производство общественного блага. И делает это за счет тех средств, которые государство собирает в виде налогов. Угу. Так. Дальше. В модели Линделя логика такая. Государство вначале, ну, как бы, ну, на практике, конечно, этого нет. Вот. Это невозможно реализовать. Ну, давайте представим себе идеальную такую картину. Государство рассылает среди людей лист, бумагу, в которой указаны те доли налога, которые рассчитаны для каждого отдельного индивида потребителя. Значит, эти доли, эти ставки, по-другому, рассчитаны так, что в сумме они как раз равны той величине, которую государство тратит на предоставление общественного блага. То есть, другими словами, сумма этих долей, этих ставок, должна быть в точности равна предельным издержкам. По поводу этого механизма мы еще поговорим. И вот о чем скажем. Извините. Да. То есть я правильно понял, что подразумевается, что все собранные налоги идут только на public goods? Да. Угу. Окей. Только на этот public goods.
Значит, в нашей экономике только один public good, только одно общественное благо и одно частное благо. Но в отношении частного блага мы поступили так. В качестве этого частного блага вы легко и спокойно можете рассматривать композитное благо, состоящее из всех частных благ. Кому-то может быть проще в качестве этого частного блага рассмотреть просто-напросто те деньги, которые индивид тратит на частные блага. Так, хорошо. Теперь вот на графике, где по горизонтальной оси общественное благо, по вертикальной частное благо, мы график составили для индивида А. Здесь мы показали две бюджетные линии. Эти бюджетные линии, как видите, отличаются друг от друга тем, что при той же или не меняющейся цене частного блага они отражают меняющиеся цены общественного блага. Ну и в зависимости от направления изменения цены общественного блага бюджетная линия становится круче или положе. Так, это понятно. Дальше мы показали, что рациональный индивид, осуществляя свой выбор, вот, принимает такие решения, которые показаны точками, точками, в которых бюджетные линии касаются кривых безразличия. Ну, это стандартно. Дальше мы соединили эти точки и получили аналог кривой цена потребления. Price Consumption Curve. Единственное здесь исключение состоит в том, что в качестве одного из благ выступает общественное благо. На что еще можно обратить внимание? На то, что извините, поскольку... Да? А что у нас на осях? На горизонтальной quantity of public good? Общественного блага. А где? На вертикальной? На вертикальной количество частного блага. Mm-hmm. Хорошо. Частного блага. Спасибо. Вот. Ну и помните о том, что наш рациональный индивид максимизирует полезность. Ту полезность, которую он получает от потребления частного и общественного блага. Значит, мы получили вот эту кривую price consumption, кривую цена потребления. И теперь эту кривую, если мы перенесем в другую систему координат, так, где по горизонтальной оси также будет количество общественного блага, а по вертикальной оси цена, то мы получим нечто похожее на кривую спроса. Но тут есть некоторые нюансы. Вот сейчас мы их и покажем. Значит, в чем эти нюансы состоят? Итак, по горизонтальной оси, как я обещал, количество общественного блага, по вертикальной у нас будут некоторые денежные переменные. Ну, или переменные, измеряемые в деньгах. Там, цена там, или что-то в этом роде. Так, хорошо. Хорошо. Я провел еще одну ось. Третью ось. Вот. Значит, у нас получается две горизонтальных оси и одна вертикальная. Ну, по поводу вертикальной понятно. Это переменные с денежной оценкой типа цены, там еще чего-то. И две горизонтальные оси, по которым откладывается количество общественного блага. Так вот,
нижняя горизонтальная ось – это количество общественного блага для индивида 1 или для индивида А. Верхняя горизонтальная ось – количество того же самого общественного блага для индивида Б. Хорошо. Давайте кривые спроса покажем. Вот кривая спроса для индивида А. Она выглядит совершенно обычно, да, убывающая, вот, с отрицательным наклоном. Да. Значит, в основе этой кривой у нас предельная готовность или предельная готовность заплатить, или предельная выгода, marginal benefit. Ну, мы можем добавить еще МРС. А вот столько интерпретаций имеет эта кривая спроса. Ну, немножко так кривовато я показал кривую спроса для Б. Тут вот какой нюанс. Эта кривая спроса, она на самом деле имеет отрицательный наклон. Да? Отрицательный наклон. Если смотреть со стороны верхней, со стороны верхней горизонтальной оси. Алло. Привет, я хорошо. Итак, если смотреть со стороны верхней горизонтальной оси, то кривая спроса индивида Б будет также с отрицательным наклоном. Так. Значит, обратите внимание, что верхняя горизонтальная ось, она на уровне Си, на уровне предельных издержек. Это важно. Теперь. Ну, я говорил о том, что в этой модели государство рассылает среди индивидов лист, в котором указана вот эта величина T, доля налоговая, которую, в принципе, можно рассматривать как налоговую цену. Что требуется от индивидов А и Б? От индивидов А и Б, равно как и от остальных индивидов, требуется указать количество общественного блага, которое они будут, или которое им нужно, на которое они предъявляют спрос при данной ставке, при данной доле. Так вот, если указана вот такая доля... Извините. Да? Пока мы дальше не ушли, а ДБ такой специфической формы, ну, не намеренно или есть какой-то смысл? Нет, намеренно только для одного. Я чуть позже поясню. Окей. Внизу вы имеете, слева внизу там что-то какое-то, да, завихрение. Перегиб, да. Оно принципиального смысла не имеет на самом деле. Вот. Так что можно на него не обращать внимания. Так вот, тут вот какое дело. Значит, если смотреть снизу вверх, то вот это TA нулевое. Ну, это величина налоговой доли для индивида А. А вот если посмотреть сверху, то оставшиеся есть та доля, которая приходится на индивида Б. Хорошо. Тогда давайте покажем, какие величины спроса должны будут указать эти индивиды. Ну, для индивида B правильнее было бы туда, на верхнюю горизонтальную ось отнести. Да? Вот. Ну, я просто решил, что для наглядности лучше так показать. Значит, и они отсылают как бы свои решения. Да? Назад. Ясно или нет, что в случае с индивидом А речь должна идти о снижении
этой доли. В случае с индивидом Б речь должна идти о повышении этой доли. Итак, до тех пор, пока у нас не будет достигнуто вот это. Не будет достигнуто равновесие. Равновесие Линделя. В чем это равновесие состоит? В том, что теперь индивиды А и Б будут потреблять одно и то же количество общественного блага. Но, правда, цены, которые... Цены в кавычках, да? Вот эти налоговые ставки. Но их можно рассматривать как налоговые цены. Они наверняка будут разными. Ну, собственно говоря, вот это и есть решение задачи в модели Линделя. Вот. Мы получили равновесие Линделя. Оно характеризуется количеством общественного блага G со звездочкой. Так, кроме него, характеристиками равновесия являются цены. Вот эти T, A, T, B со звездочками. Это доли налога. Это налоговые ставки. Или это, образно говоря, налоговые цены. И они разные. Вот такова идея Линделя. А можно вопрос? Да. А вот все-таки почему мы будем двигаться к равновесию? Вот смотрите, мы в точке, на горизонтальной прямой, да, ТА нулевое. Хорошо. Угу. То есть вот то, что по вертикальной оси как бы выше, да, это сколько будет платить налога индивид Б? А или Б? А или Б, да. Ну, хорошо. Вот. Значит, давайте так. Если налоговую ставку, налоговую долю для индивида А уменьшить с Т нулевого, да, сделать меньше, то потребление его станет больше. Увеличится, да? Вот. Теперь, что касается индивида Б. Для индивида Б картина немножко другая. Снижение этой доли для А будет означать увеличение этой доли, tax share для Б, и потребление тогда общественное благо для индивида Б будет сокращаться. И почему он это хочет? Значит, логика здесь простая. Индивид Б будет снижать потребление общественного блага, снижать спрос на общественное благо, потому что цена растет. Понимаете? Потому что надо платить больше. Вклад его, так сказать, tax share у него будет больше. То есть у нас как бы катализатор этого движения к равновесию – это А, который хочет больше потреблять, а Б как бы ввиду обстоятельств. Здесь мы так. Здесь нет как бы первопроходца. На самом деле, мы можем такую модель рассмотреть, да, в которой кто-то будет делать ход первым. Да? Здесь одновременно, как вот в модели Курно. Значит, еще раз, ключевая идея состоит в том, что объем потребления общественного блага не может различаться, он должен быть одинаков. И в точке равновесия это будет... Но сопровождаться это будет
по всей видимости, разными ценами, разными размерами этих ставок или долей налога. Вот ключевая идея Линделя. Мы сейчас посмотрим вот на что. Все это хорошо, но как это будет работать? Итак, исходная ситуация. Все хорошо, равновесие достигнуто. Определен оптимальный размер общественного блага, количество. Определены равновесные tax shares, налоговые цены. Понимаете, тут в чем дело? Кривые спроса, они ведь построены на основе субъективных оценок индивидов А и Б. В основе marginal benefit, marginal utility, marginal rate of substitution. Так? Все это работает в модели Линделя, если индивиды А и Б, так сказать, предоставляют достоверную информацию. Хорошо. Допустим, индивид А знает, что индивид Б именно так и поступает. Предоставляет достоверную информацию о своих предпочтениях. Да? То есть, когда он получает письмо от государства с указанием размера налоговой доли, то он прямо четко указывает размер, объем общественного блага, который он будет приобретать. Да? Хорошо, зная это, индивид А может поступить несколько иначе. Может понять, что, зная это, он может к своей собственной выгоде поступить следующим образом. Я показал красную кривую. Это из-за кривая безразличия, так скажем. Она показывает нам все сочетания количества общественного блага и цены, которые обеспечивают один и тот же уровень полезности. Чем ниже кривая безразличия, тем лучше для индивида А, поскольку речь будет идти о все более и более низких налоговых ставках. А вот оптимум для него будет вот в этой точке. При таком подходе, когда, зная, что индивид Б достоверно предоставляет информацию о своих предпочтениях, зная это, индивид А, так сказать, к своей собственной выгоде предъявляет другую информацию. Другую информацию, из которой следует, что его кривая спроса, скажем, выглядит так. Так. Ну и что? Что в итоге? В итоге вот система не работает. Равновесие Линделя, оно показывает нам паритоэффективность в случае, если индивиды ведут себя и информацию дают достоверную. Ну вот, собственно говоря, и все, что я успел вот по этому вопросу о ценах Линделя, о ценообразовании Линделя для общественных благ. Модель не такая уж простая, надо сказать.
Вот. Я постарался ее максимально упростить, но боюсь, что не все тут получилось. Не все тут получилось. Ну, придется тогда уж вам поработать. Если не сейчас, то в будущем, я имею в виду особенно тех, кто, у кого будет курс по Public Economics, ну, или курсовая и ВКР на темы, связанные с общественными благами. С этим придется разобраться. Пока это будем считать неким введением. Значит, у меня все на сегодня. Время вот как раз и вышло. Я хотел в заключении поблагодарить всех, кто сегодня дошел до этой стадии. Вот, пожелать успехов на завершающем этапе. Я, конечно, про банальные дела, типа контрольные, типа экзаменов. Вот. Ну и вообще успешного продолжения учебы, завершения учебы, ну и вообще всяких успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и личной жизни. Всех благ. Спасибо большое за лекции. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.